Всем привет! Сегодня я расскажу вам, как сделать самый настоящий фумигатор своими руками с использованием самых простых и подручных средств. Для этого нам потребуется всего лишь обыкновенный резистор. Желательно взять резистор побольше. Сопротивление этого резистора должно быть 2,2 кОм. Именно такое сопротивление используется в фумигаторах. Этот мощный резистор мощностью в 5 Вт очень хорошо подойдет для нашей самоделки. Дело в том, что у него трубка полая. И именно в ней мы сможем размещать отпугивающее средство от комаров и кровососущих насекомых. Для того, чтобы разместить в резисторе отпугивающее средство, нам понадобится небольшая ватная палочка. Немного средства мы наматываем на кончик палочки и размещаем палочку прямо в резисторе. Смотрите, как это удобно. Все, мы разместили. Теперь настоящий фумигатор для того, чтобы испарять это средство и отпугивать насекомых, использует электрическую энергию. При работе с напряжением в 220 вольт будьте обязательно осторожны. Нам потребуется кусок шнура, у которого есть вилка. Такой шнур легко взять от какого-нибудь старого и ненужного электроприбора. Далее мы подсоединяем, конечно же, желательно с помощью паяльника, либо специальных зажимов, провода к нашему резистору. Резистор будет служить нагревателем, и именно этот нагреватель будет испарять с кончика этой ватной палочки отпугивающее комаров и кровососущих насекомых средство, такое как здесь. Все, наша самоделка буквально за минуту готова. Осталось включить ее в розетку, и нагревающийся резистор будет испарять отпугивающее комаров средство в атмосферу. Желательно, чтобы оно было ароматным и не сильно воняло. Вот такая удивительная самоделка всего лишь из обыкновенного резистора, которую я смею вам предложить. На этом все. Пока. До следующих встреч.